Вас вітає служба інформації телерадіокампанії «Гомель». У студії працює Алена Траценко. Глядіть у гэтым выпуску. Інформацію об новобудовлях, банковських кредитах і умовах уделу у долевом будовництві у Гомелі представляє один центр продажу квартир. У регіоні відзначається уздим захворювання на грип і вострые респіраторні інфекції. У Гомельской області проходили здымки документальной стужки, присвеченной Константину Рокоссовскому. Московский цирк Никулина на Коляровом бульваре выступает у Гомеле. Ну а зараз об гэтым и іншым больш подробязна. Марнаваць час на пошук жилля покупникам больш не трэба. У Гомельском управлении капитального будаўніцтва пачаў работу один центр продажу кватэр. Кожны жадаючы можа атрымаць информацию об шматпавярховых домах, якія будуюцца ў Гомелі і районе. Необходность стварэння центра продажу кватэр наспела давно. Раней потенциальным покупникам доводилось літаральна обыходить усе будаўнічыя пляцоўки и наведывать шэраг кабинетов, каб собрать вычарпальные звестки об новобудоўлях. Зараз об этом можно доведаться у специалистов центра, а так само атрымать список необходимых для ажыццяўлення сделок документов, информацию об банках, якія предоставляют кредиты, и доведаться о планах забудовли на ближайшие годы. Мы можем рассказать о ценах на квартиры, о площади. Опять же, можем предоставить информацию, какие есть планировки квартир. Человек может выбрать. И мы также можем предоставить информацию о банках, которые предоставляют именно кредиты на строительство, приобретение жилья. Усю необходимую информацию можно отримать и по телефоне. Городский номер 75-52-67, мобильный плюс 375-44-505-66-53. Бюджет прожиточного минимума у среднем на душу насельництва с 1 лютого складе 180 рублей. У параўнанні с попередним периодом ён повысился на 3,2% и будет дзейнічаць до конца красавіка. Для працаздольного насельництва бюджет прожиточного минимума складе крыху больше за 198 рублей. Для пенсионеров и студентов каля 139 и 175 рублей отповедно. Нагадаем, гэты паказчык прымяняецца для вызначэння памераў мінімальных працоўных і сацыяльных пенсій, надбавак, некаторых відаў дапамог. У Гомельскай вобласці адзначаецца ўздым захворвання на грып і вострыя рэспіраторныя інфекцыі. За апошнія тры тыдні колькасць зваротаў за меддапамогай узрасла прыкладна на 15%. Большасць захворванняў прастудныя. На грып с пачатку сезона перахварылі 42 жыхары в области. Усе выпадкі аналізуюцца. Моніторинг дазволіць вызначыць эфектыўнасць вакцинации и атрымаць информацию для распрацоўкі вакцин на наступны сезон. Спецыялісты упэўнены, дзякуючы иммунизации, сёлетняя эпидемічная ситуация не стане надзвычайнай. Нагадаем, прышчэпкі супраць грыпу зрабіла больш як 40% насельніцтва рэгіёна. Кто не привит, то здесь, в принципе, можно рекомендовать. Ну, первое, это не специфическая профилактика. Сюда мы, как бы вроде и звучит не странно, но мы рекомендуем в первую очередь мыть руки. Почему? Потому что входными воротами для вирусов в первую очередь являются слизистые оболочки. Это слизистые оболочки не только губ, но и глаз, и носа и так далее. Второй момент, значит, ну, вот учитывая, что сейчас сезонный подъем, то есть как бы ограничить посещение мест скопления людей массовых, особенно с детьми. Дарэчы, сезонный уздым захворвання на грып и вострые респираторные инфекции у гэты перыяд назирается штогод. Доўжыцца ён прикладно 3-4 тыдні, после чего идзе на спад. На протягу нескольких дзён у Гомельской области проходили здымки документальной стужки, присвеченной Константину Рокоссовскому. У 1943-44 годах войски под командованием генерал-полковника вызволяли Камарын, Лоеў, Рэчыцу, Гомель, Мазыр, Калинковичы и іншыя населенные пункты Беларуси. Працаваць над фільмам у наш регіён прыехала творчая брыгада пад кіраўніцтвам знакамітага рэжысёра-дакументаліста, заслужанага дзеяча мастацтва ў Расійскай Федэрацыі Ігара Грыгор'ева. На здымачнай пляцоўцы ў абласным музеі ваеннай славы пабываў Александр Лупіненка. Работа з архівамі, вывучэнне музейных экспанатаў, шматлікія інтэрв'ю. Гэта далёка не поўны спіс тых элементаў, з якіх складаецца дакументальнае кіно. На рахунку расійскага рэжысёра Ігара Грыгор'ева больш як 30 кінастужак. Тэмы, якія закранае майстар, самыя розныя. Неаднойчы ён звяртаўся да ваенных падзей. Зараз галоўным героем яго новай карціны стаў герой Савецкага Саюза Константін Ракасоўскі. Всегда Ракасоўскі, всегда, вот я сейчас, когда начал эту работу, выделялся среди всех командующих каким-то особым качеством. Вот с этим особым качеством я и приехал сюда,
чтобы разобраться, что же это за особое качество, которое сделало его таким популярным во всей стране и во всех республиках. Вот я просто спрашивал людей обычных, что они знают о Рокоссовском. Многое знают они. Единственное, так знают, наверное, об этом командующем так много, как в сравнении с другими командующими. Даже Жуков, может быть, не так им симпатичен, как Рокоссовский по своим человеческим качествам. Вот. Но мне как раз и интересно было, насколько человеческие качества, ну, доброта, там, уважение к личности, мешает командующему быть командующим фронтом, успешным командующим фронтом. Вот, собственно говоря, это тайна, за которой я приехал, за которой я, так сказать, здесь перед вами, в этом военном музее. Одной со здымочных пляцовок нового фильма стал Гомельский музей военной славы. Тут находится великая экспозиция, у якой собраны уластные речи Константина Рокоссовского. Уникальные документы подех тых часов. Акрамя музея, здымки проходили у Светлогорску и некоторых вёсках Гомельщины. Отсюда начиналась операция, его самая блестящая операция, после которой немецкие генералы заявили, что они теперь уважают русских генералов, советских генералов, потому что они превзошли их после этой операции Багратиона. Даже не, после Сталинграда они так не говорили, и после Курска не говорили. Вот после здесь Багратиона они заявили, что тактика и умение русских генералов стало выше, чем их умение. Планується, що «Світ» – нова документальна стужка режисера Ігоря Григорєва побачить уже у этом году. Олександр Лупиненко, Сергій Лукашук, телерадіокомпанія «Гомель». Чуди чоловічої сили, медведі на автомобілях і унікальні акробатичні трюки. Гомельським глядачам нову програму представив один з старейших цирків Росії – московський цирк Нікуліна на Кольоровому бульварі. На представленні побував Максим Савін. Японія, Казахстан, Прибалтика. Гэта географія выступлення московскага цирка Нікуліна на Кольоровому бульварі за апошнія паўгода. І паўсюль прадстаўленні праходзілі з поспехам. Гомель выключэннем не стаў. Публіка сустрэла артыстаў авацыямі. І было за што. Праграма, якую прадстаўляе цирк Нікуліна, яскравая і насычаная. Мы приготовили очень много животных, потому что 5 видов животных, которые работают в этой программе, это действительно уникальный случай. Потому что ребята, которые сейчас собрались в эту программу цирка Нікуліна, ну, Костя Устьянцев, замечательный наш клоун, который прилетел из Америки. Фаха, который сейчас перед вами выступал, мы сейчас с ними работали только в Прибалтике. То есть разных мест цирк Нікуліна собрал вот такой мощный коллектив, который, я думаю, обязательно понравится гомельским зрителям. У программе шмат сапраўды уникальных нумаров. Силовый жонглер Фахриддин Ахназаров на арене выступая амаль 30 годов. И по праву носит звание одного из самых мощных людей в свете. Ему аплодировали Арнольд Шварценеггер и королева Великобритании Елизавета. Каля 30 его досягнений утрапили в книгу рекордов Гиннесса. На арене гомельского цирка осилок забивает цвики руками, поднимая зубами амаль полтоны, а так само вытримливая наезд автомобиля. Ну, тяжело, но когда зрители это воспринимает все. Видите, как аплодируют. Мне кажется, нагрузка снимается, все. Не зря. Віталі стоячы з гледачы акрабатаў з Манголіі. Лаўрэаты шматлікіх міжнародных цыркавых фестываляў упершыню ў Гомелі. Групавы вальтыш і трукі на падкідных дошках неаднойчы выклікалі воклічы захаплення ў зале. У нас вот те трюки, которые в советских временах только русские артисты делали, а сейчас на данный момент никто в мире не делает. Унікальным з'яўляецца атракцыён «Ехалі мядзведзі». Зверы пад кіраўніцтвам Вольгі і Віктара Кудраўцевых асвоілі многія віды транспартных сродкаў. Яны перамяшаюцца па арэне на аўтамабілях, мотоциклах і велосипедах. Есть несколько трюк, которые до сих пор никто не может повторить. Потому что единственный в мире медведь, который имеет водительские права, который ездит на автомобиле, на картинге, это только у меня. Единственный в мире медведь, который колесики крутится, как космонавт, это только у меня. Есть еще ряд акробатических трюков, которые нам удалось сделать с медведями. Жонглер под куполом цирка, дрессированные овечки и собаки, мастерская гульня на бильярде, веселый клоунский дуэт блюз. Программа цирка Нікуліна уражает своей пярэстасцю. Убачить эту цирковую феерию на уластные вочи можно до 26 лютого. Максим Савин, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель». Гэта і іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі працавала Алена Траценка. Усяго вам добрага і да сустрэчы ў эфіры.